На вулиці Небесної Сотні в Одесі літній чоловік хотів виструбнути з 7-го поверху. На місці оперативно прибули рятувальники, які за допомогою драбини піднялися до нього і вмовили його зайти назад в квартиру. Ця історія, на щастя, завершилась добре, але, на жаль, є і трагічні події. Популярна блогерка з Молдови Вероніка Тодорова наклала на себе руки в одній з багатоповерхівок у Кишиневі. Перед смертю дівчина опублікувала пост в Інстаграм «Чорний фон» і написала «Кінець». Зараз поліція з'ясовує обставини і трагічної події. Ми висловлюємо щиріше співчуття з приводу тяжкої втрати рідним Вероніки. Та про причини суїцидальних нахилів і про те, як розмовляти зі схильними до суїциду людьми, розкаже наш експерт, який зараз з нами на прямому зв'язку, Костянтин Шевченко-Бітенський, психіатр, доктор медичних наук. З нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Костянтине. Здравствуйте. На вашу думку, чому у людини виникає думки про суїцид? Чи може сказати, що сказатись якось пандемія в цілому на ситуацію і чи ситуація в країні впливає на психіку людини? Як ви можете це прокоментувати? Смотрите, причин возникновения суицидальных попыток или завершенного суицида, их немало. В том числе то, что вы перечислили, это экономическое состояние страны, это самоизоляция, что мы сейчас видим. Мы видим эпидемию, уже на данный момент эпидемию не коронавируса, а эпидемию самоизоляции. Люди предоставлены сами себе, они не имеют доступа к профессионалам, имеется в виду врачам, потому что не могут попасть на койку, врачи не едут к больным, потому что тоже боятся заразиться. А люди отрезаны от их семей. То есть это большая социальная проблема. Итак, как правило, к суициду приводят это проблемы в личной жизни. Особенно это ярко наблюдается у подростков, когда первый мальчик уходит от девочки, и девочка считает, что на этом все. Это была первая и единственная любовь ее жизни, и какой смысл жить дальше. И она прыгает с моста. Есть и доведение до суицида, когда травлей, мы видим там буллинг в школе, да, опять же мы говорим о подростках, и приведенный вами пример тоже девочка молодая, буллинг в школе, который приводит к обесцениванию дальнейшей жизни, и такой ребенок тоже может сделать попытку суицида. Это и экстремальные условия, то есть попадание, значит, срыв адаптации, когда человек попадает, например, в тюрьму, где он не может адаптироваться, это может вызвать попытку суицида. И такие там религиозные фанатики, это мы уже говорим там, или депрессия, это мы уже говорим о болезненных состояниях. Также, естественно, у человека может возникать боязнь наказания или самоосуждение, когда человек совершил какой-то проступок, и вот ему кажется, что нет другого прощения, кроме как прекратить эту жизнь. Больше давайте всего поговорим. Статистически больше всего страдают детки и старики, что как раз очень хорошо ложится на ваши озвученные проблемы, которые произошли. Детки — это от 15 до 20 лет, и вообще в мире это на втором месте по количеству смертей подростков, то есть самоубийства. И там человек и в возрасте уже преклонном, человек чувствует одиночество, подросток также чувствует одиночество, он отличается от всех, он уже не ребенок, чтобы зависеть от родителей, но еще и не взрослый, чтобы понимать эту жизнь. И он начинает сталкиваться с, скажем так, жизнь начинает ему давать подзатыльники. Вот, он не может, а все подростки — это оппортунисты, это революционеры, и он не может себя найти, родители не поддерживают, друзей нету, и вот в юношеском таком максимализме они пытаются покончить жизнь самоубийством. Но это не всегда, на самом деле бывают и демонстрационные суициды, когда этот ребенок пытается привлечь внимание родителей, общества к его запросам. У стариков
демонстрационных суицидов почти не бывает. В основном такие люди, страдающие от одиночества, страдающие от низких пенсий, которые не могут себе позволить, или болезни. Они видят, как бедные там родственники тащат их из последних сил, там только работают на лекарства. Они решают уйти. Пане Костянтине, а як соцмережі впливають на психіку молоді? А помните, когда это был синий кит? Так, я дуже помню цю гру. Жахливо. Тоже вот она из социальных сетей пошла. Так что можно, конечно, демонизировать. Я не очень люблю демонизировать интернет, но, в принципе, да, могут создаваться вот такого вот рода передачи, группы, которые будут направлены на именно суицид. Вот. Но это такое достаточно редкое явление и скорее модное или не модное. Помните, там даже нож поели ребята, там и смотрели, что будет. Ну, такое иногда проскакивает. Но это не, скорее редкость, чем правило. Що робити, якщо у людини виникли думки про суїцид? Як самостійно з цим справлятися? Людині і родственнику. Ні, просто людина. Якщо у людини виникає такі думки, як вона самостійно може з цим справитися, або обов'язково має бути фахівець рядом або близькі люди. Смотрите, у нас есть определенные антисуицидальные стопы в нашей светлой голове. Это, ну там, например, суицид – это попытка уйти из жизни слабых людей. Дальше. Суицид – это ты обязательно попадешь в ад. Суицид – это там я, мама расстроится, если я, значит, уйду из жизни. Суицид – это… Ну, то есть у нас есть какие-то такие барьеры. И вот если человек… Как правило, мы даже подумав, я думаю, что и вы в том числе, и я, и Маруся с третьего подъезда думали о том, что все, не хочу я так больше жить, вот оно мне надо. Но дальше мысли – это… Не проходило, мы тут же ее отгоняли по тем или иным причинам. Я, например, как сейчас помню, шел в шестом классе, получил двойку, думаю, все, родители ругать будут, зачем мне так жить? Ну, то есть и у детей такое бывает. Если эти барьеры, они, через них человек переступил, то в таком случае нужно бить в колокола. Человек уже ничего не удерживает на этой земле, да, и он начинает спланированно готовиться к этому. Всегда себе нужно дать шанс, возможно, решить это все менее кардинальным путем. И идти, естественно, бежать к психологу и не скрывать о том, что есть у тебя эти суицидальные мысли. Почему обязательно не скрывать? Потому что не каждый психолог, это специфическая, есть суицидология, наука, а не каждый психолог имеет и может помочь больному с суицидальными мыслями. Дальше. Если это на фоне болезненного какого-то состояния, например, депрессии, то в таком случае это должен заниматься врач-психиатр. То есть нужно подключать медикаментозную терапию. Но, вы знаете, давайте смотреть правде в глаза. Пациент, если он решил суициднуться, то он не будет давать себе уже шанса. Это крайняя редкость. Скорее всего, это будет демонстрационный суицид, который он не хочет, чтобы он состоялся. Он хочет привлечь внимание. Тут скорее должны наблюдать и бить колокола родственники, когда вдруг ни с того ни с сего такие пациенты начинают отдавать долги. Они начинают, знаете, такой юмор висельника появляется, да, когда он, да, все плохо, да, и смеется над этим, да, что как у него все плохо. Ничего, я скоро все это решу, да, вот такого вот характера речь. Он уединяется или, наоборот, старается провести как можно больше времени в семье, то есть что для него не характерно. Да? То есть вот такие вот странные паттерны поведения. И когда ты его выводишь на разговор, родной человек, то он обесценивает жизнь. Он говорит, что или скучно, или не все надоело, или смысла я не вижу, или неприятности меня. То есть будет проскальзывать это вот «все плохо». Но не будет возможно проскальзывать, что я хочу уйти из жизни. Потому что если он уже решил, он понимает, что вы его можете остановить.
А больному не нужно это. Костянтин, на жаль, маємо дуже мало часу, але все ж таки я хочу вас попросити. Скажіть, будь ласка, чи є в Україні сервіси, гарячі лінії допомоги людині зі схильністю до суїциду? Якщо є, озвучте, будь ласка. Конечно, есть. К сожалению, я не готов вам сказать номер телефона. Я думаю, что каждый может вбить в интернете. Это линия помощи. Она абсолютно бесплатна, и там сидят грамотные суицидологи, которые помогут похлеще любого психиатра. Дуже вам дякую, пане Костянтине, за те, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Дякую вам за вашу фахову думку. Нагадую всім телеглядачам, що з нами на зв'язку був Костянтин Шевченко-Бітенський, психіатр, доктор медичних наук. Говорили про причини суїцидальних нахилів і те, як говорити зі схильними до суїциду людьми.